Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, ну что, у нас сегодня воскресенье, а у меня конь не валялся, потому что меня, видимо, сбросили еще и в Лигу Сёгунов 3 звезды. А мне нужно Лига Мастеров 3 звезды. И как мне умудриться сделать это за полтора дня? Ума не приложу. В общем, будем сегодня стараться. Так, заберем наши награды. И сразу же я прихожу на турнирную арену. Да, друзья мои, Лига Сёгунов 3 звезды, 56 ранг. По ходу дела, мои доллары полетят именно на обмен по откатам. Другого варианта я просто пока не вижу. Хотя, подожди, может быть, нам сейчас дадут? Вот, 16-22. 66 уровень у противника. Так, ну что, мы будем делать тогда по-жесткому. Естественно, все это дело будем отыгрывать через супер-шреддеры. Пока других вариантов я не вижу. И надеюсь, он меня здесь не подведет. И все будет отлично. Хотя Леонардо... Ладно, сейчас посмотрим. Давай, Шреддер. Слушай, ну постепенно урон на Леонардо висит. Нам нужно разобраться только с Бибопчиком. Ну как мои бойцы 55 уровня будут справляться с ним, я ума не приложу. Бросай гранату. Фигня полная. А если с задницей? Вот. Блин, это же как нам надо сейчас ускориться, я даже ума не приложу. Это сколько нужно поединков? Сегодня воскресенье... Ну что это? Какое, блин, нет соединения? Ну, серьезно? Все. Блин, это я только в Лигу Мастеров попаду. То есть, да, надо будет воскресенье юзать по полной программе. То есть, я снимаю в 2 часа ночи. Да-да, воскресенье только наступило. Поэтому днем надо будет после тренировочки прийти и засесть. Я думаю, что это будет оптимально. Так, ну что, давай тогда сделаем. Возьмем Армагона, плюс, ко всему прочему, возьму я Ваньку. Армагон и Ванька. Раз, два, три. Погнали. Ну, сам понимаешь, да? Против Армагона практически мало кто здесь вообще устоит. Даже можно было, наверное, Ваньку и не брать. Хотя сейчас посмотрим, к чему это все приведет. Да все нормально. Армагон действует по красоте. Все у него получилось. Ладно, продвигаемся тогда дальше и смотрим, какая позиция. 35-я, наверное, да? 31-я. 31-я. Так, давайте мне 16-22. Возьму, наверное, Макмана плюс Донателло. Макман, Донателло. Слушай, а... Насчет Макмана, ладно, а вот Дони. Но если добивка только. Так, карайка. Начинается у нее 25 карасей на пруду. Так, Дони, добивай, пожалуйста. Замечательно. Ну, здесь Донателло нас не подвел, поэтому мы продвигаемся дальше. Какая там была? 31-я позиция. Наверное, сейчас будет 20-я. Чего? Ребята, они меня вообще не перекинули, прикиньте. Просто я тупо даже не сдвинулся с мертвой точки. Зашибись. Нормально, да? То есть ни на одну ступеньку не перекинули. Молодцы, что я могу сказать. Просто красавцы. Такими темпами, конечно, я фиг вообще куда перейду. Но, как говорится... Уступать я им тоже не собираюсь. С 31 на 20. Здорово. А тот поединок мы просто так с тобой как будто бы отыграли. Знаешь, вот... У меня просто нет слов. Ребята, у меня просто нет слов. Вообще ни на одну ступеньку не продвинулись. Так, ну что здесь у нас? Давай, наверное, поставим уклонение на всякий случай, потому что я боюсь за Донателло. Так, теперь Крэнк со своей суператакой, само собой. Отлично, слушай, ну он красавчик. Крэнк действительно красавчик. Мне кажется, он достоин быть в одном, как говорится, ряду с супер-шреддером, с Леонардо и Усаги. Ну что, 9-я позиция, то есть последний поединок. И мы перейдем уже все-таки в Лигу Мастеров. Так, давай-ка я возьму Армагона, наверное, здесь.
Одного Армагона и возьму Лейна. Хотя, подожди, на всякий случай перестрахуюсь железноголовым. Так, так, так. Мы сразу начали с арены. Не стал я выполнять пока ежедневки. После арены будем делать ежедневки и посмотрим, что у нас там в смятении с другого измерения. Блин, Армагон красавчик, просто всех ложит с одной плюшки. Молодец, респект ему. Так, ну что, переходим. Ну конечно, конечно, Лига Мастеров. Пока еще одна звездочка. Я надеюсь, сегодня мы дойдем хотя бы до двух звезд. Я многого не прошу. Дайте мне просто две звездочки и все. И разойдемся по миру. Так, возьму Криса Брэдфорда. Сам не знаю, зачем я его уберу. Ну, мало ли, кому-то надо будет проникающий в живот с ноги дать. Он, в принципе, в этом у нас спец. Блин, Армагон, я не могу просто налюбоваться. Как же он шинкует всех наших противников. Причем стоит всего лишь один откат. Ну-ка, какая там, 80-я будет? Угу, 88-я. Не все так просто, да? А 16-23 не хотите мне дать? Не хотят. Ладно, перебьемся. 64-й, ага, 67-й, 66-й ранг. Вот здесь уже надо будет взять все-таки зэка. Раз, два, три. Тут сплинтер со своей контратакой, поэтому даже сейчас зэк бросит бомбочку, он все равно его бомбанет, ведь так? Сплинтер, да, он всегда бьется, дерется. Ну что, Армагон, на тебя все смотрят, не подведи. Красавчик. Просто идеально. Ну что ж, тогда побежали далее. Давай уже 70-ю мне. 78-я. Ну, в общем, 10 ступенек мы всего лишь проскакиваем. За один бой 10 ступенек. Отсюда уже можно и подсчитать, сколько нам нужно сделать поединков, чтобы перейти в Лигу Мастеров 2 звезды. Да дофигища на самом деле. Но сегодня мы перейдем. Сегодня нам должно хватить и персонажей, бойцов наших, и откатов. Ну, Армагон, давай добивай. Тут тебе расплюнуть. Потому что Усаги отнял у них очень много здоровья. Там надо было всего лишь плюнуть на них, они бы, естественно, рассыпались бы. Так что продвигаемся далее. Какая там 70-я? 68-я. Блин, даже еще 50-й позиции нету, ё-моё. Берем опять же Армагона, уже уровень 65-68. То есть, ребят, рискованно. Раз, два, три, поехали. Чё-то так чихнуть охота, ой, нос зачесался. Ну что, влупим? Влупили. Добивай. Тут по-другому и быть не могло. Так, сейчас будет 60-я, по ходу дела. 58-я. 16-22. Дай-ка я, наверное, возьму вот эту вот команду. Опять же, беру Армагона. Армагон, Рахзар. Нет, наверное, еще Джастина возьмем на всякий случай. На всякий случай Джастина. Я знаю, что у него инициатива фиговая. Ходит он самый последний, но тем не менее, для веса я нашей команды его взял. Смотрим. Так, Армагон неплохо пробил. Давай, когтями. Ну вот, в принципе, и все. Этот поединок удачно прошел. Ну что, сейчас будет там какая-то 48-я, да? 49-я. Так, опять берем Армагона. И, наверное, Змейка Вьюна здесь надо взять. Раз, два, три. Поехали. Так, ну что, валунчик, как всегда. Опа, тут уже двое выживших. Тихо ты. На Пита лезет.
Вот, в принципе, змейка Вюнта нам здесь и пригодился. Ну, он добил. Если бы у них было бы немножко больше здоровья, вряд ли бы он справился. А на добивку, в принципе, самое то. 40-я позиция. Ну да, должно дойти до Лиги Мастеров. Единственное, что хотелось бы, конечно, не просто дойти, а еще и укрепиться, где-то взять место так 70-е, 60-е. И тогда все было бы тип-топ. А сейчас вряд ли это у нас получится. Поэтому я, наверное, вот так вот буду делать. Там все равно придется брать Супер Шреддера по откату и уже наших слабеньких прокачивать. Другого варианта я пока не вижу. Угу, выжили. Так, кунай. Есть. Добила. Молодец, карайка. Сейчас мы получаем, ну, судя по всему, 30-е должна быть. 29-е. Так, опять же Армагон. Раз, два, три, четыре. Тут кролики, у них инициатива, в принципе, неплохая. Поэтому они, скорее всего, после нашего Армагона начнут бомбить. Если выживут, конечно. Но это им не дано. Так, Шреддер, ты сможешь добить своей суператакой? Красавчик. Все пока идет как надо. Такс, ну что, 19-е? 18-е, прекрасно. Просто все прекрасно. Так, Армагон, а тут, 71-й, ладно, еще, я думаю, сможем попыхтеть с помощью нашего Паукуса. Я думаю, что он не подведет нас и все-таки добьет остатки. Главное, чтобы Эйприл здесь упала и желательно бы Леонардо. Так, выжил только Донни. Ну что, Паукус, бомби. Красавчик. Все у него получилось. Ну что, вот теперь придется брать тяжелую артиллерию. Это именно Супер Шреддера с кем-либо. С кем-либо, а с кем тут можно взять? 16, о, 17-23. Ну, давай, например, возьмем так и вот так. Раз, два, три. Три, говорю. Слышь, так двигается, да? Как этот? Как колобок катится, ё-моё. Ну что, шипы, конечно же. Угу. И суперлуч от технодрома. Все. Распечатали. Ну что, берем? Да, ребята, Лига Мастеров, 2 звезды, шикарно. Слушай, мы успеем тогда, получается, да? Мы успеем взять топчик. Ну, не сегодня, конечно, а завтра. Ну, точнее, сегодня, в воскресенье, вот, днем. Опять же, ребят, повторю, схожу на тренировочку вначале. Сейчас начал заниматься, да, на тренировке пошел. Надо приводить себя в форму, а то запустил, живот отрос. Надо все это сжигать. Да, долго я себя, конечно, заставлял пойти. Но все-таки заставил. Поэтому завтра уже в путь дорожку. Так, ну что, здесь у нас все отлично. Смотрим сейчас, какое место у нас будет. Я думаю, где-то 89-е, наверное, да? 90-е даже. Даже 90-е. Так, Армагон плюс Супер Шреддер. Раз, два, три. Слушай, ну тут совсем немножко осталось. По-моему, еще два поединка. И все. И запас наших бойцов закончится на этом. Ну-ка, бомби. Классно. Прекрасно. Ну что, двигаемся дальше. Сейчас будет у нас... Давай 80-ю позицию мне. Вот, спасибо. Так, у нас 12 откатов. Я еще, правда, не смотрел рекламу. То есть это еще минус 10. Точнее, плюс 10. Но уже я посмотрю, когда закончим снимать. За кадром я гляну, чтобы получить 10 реклам.
Тьфу ты, реклама, блин. 10 откатов, ну конечно же. Все, ребят, это уже, как говорится, от недосыпа начинается. Так я сегодня пришел с работы, рухнул спать. Нет, вру. Пришел с работы, сходил в Альберис, в Озон, забрал там вещички, кепку получил. Вот, потом сестру с днем рождения поздравил. Пока приготовил поесть, тут что-то прилег отдохнуть. И вырубился, ребят, и 8 часов подорвался. Зашибись, думаю. 8 часов вечера проснуться, и что делать? Вот теперь сижу, как неприкаянный. И не спится, как говорится, и не лежится, вот, играю. Но в любом случае надо будет как-то лечь спать, иначе завтра у меня не тренировка, а просто будет храп. Угу, отлично. Так, добивай. Все, ребята, с ареной на сегодня у нас закончено, потому что больше нету бойцов ради одного. И я 5 откатов не буду тратить, это нецелесообразно. А вот ежедневки надо выполнить. Ежедневочки нужно выполнить. Так, в магазин заберем с тобой бесплатно пак. Ванька-стиранка выпадает. Так, ну что, пройти серию испытаний. Ну да, мы еще даже первый круг здесь не закончили, так что буститься не будем. Ну, то есть, как у нас обычно остается немножко, мы уже допроходим. Пока я не вижу в этом смысла. На первом кругу находимся, так что не спешим. Так, маузеры поставили броню. Ракетами попробуем сейчас сбить. Ага, мы понизили атаку. Ладно, это берет провокацию. Давай-ка маузеров вызовем. И гранатомет. Замечательно. Так, вторая, последняя волна. Наверное, тут Рокзара нужно, чтобы он провокацию свою не брал. Зачем я тройной укус на какого-то шитика потратил? Ё-моё. Надо было вот на кого, нейтрализатора. Ладно, делаем масуху. Так, и он остался один. Ракетами его. Все. Легче парень на репу. Ну давай, 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 быстрее. Времени мало. Так, сразиться... понятно. Где у нас кожеголовый? Смотрим, что нам нужно. Нам надо... Блин, мы же эти комиксы-то ни одного так и не получили. Комикс-чувак называется. Один есть. Так, второй получили. Третий. Блин, опять эти кувшины. Да ё-моё. Тыквы. Ты посмотри, может быть... Блин, давай здесь попробуем. Почему-то там одни тыквы выпадают. А здесь один мутаген. Нет, выпал комикс. И опять пошел мутаген. Так, подожди, сколько нам нужно еще? Еще три. Три комикса. Так, два. И последний. Ага, хотел сказать есть. Нет, пока нету. Все. Комикс, чувак, мы нашли. Так, нам надо будет потом найти 9 катушек с пленкой и 12 номеров. Это уже будет в следующей серии. Так, здесь мы забираем задание. Сколько у нас мутагена? Хватит нам прокачать кожеголову на уровень? О, да. Там еще чуть-чуть и 83 у него будет. Забираем все награды. Так, в магазине глянем, есть что-нибудь? Нет, тут все тихо. Так, по жетонам у нас, ну, пока кисляк. 195. Испытание. Ну, супер шреддер, ребят, нет смысла идти. Просто, а вот союзники, пожалуй, можно поиграть. Союзники можно поюзать. Так, ну-ка, бомбочку. Ракеты. И пулеметная дробь. На второй волне нас кто там поджидает? Ага, Эйприл, Кейси и Мондо Гекко.
Так, давай, наверное, сделаем вот так. И здесь просто добьем. Третья волна. Кирби, Роквелл, Мондагека и Железноголовый. А если так? А если так? Есть. Ну что, первые события прошли, отлично. А, кстати, по-моему, здесь тоже можно же фармить деньги, насколько... Ой, деньги. Жетоны, да? Насколько я помню. Ну да, тридцатка. Вот тут, если пройдем, можно будет тридцатку фармить. Причем здесь даже круче фармить, потому что мало ерунды всякой выпадает. Понимаешь, да, о чем я? Так, ну-ка, бомбани. Да что ты, кожеголовый, хорош, успокойся, на, отдохни. Получил, так сказать, плюшку от Ванька. Так, здесь-то у нас понижаем, если что, атаку. Надо будет... В плане ты не попал по этой... По морозилке. Не-не-не-не-не, надо ее врубать. Так, и ракеты. Блин, какой-то... Роквелл еще выжил. Сколько перепуга-то? Защиту поставил, она тебе не поможет, парень. Или поможет. Ты посмотри, а. Нифига у него защитка там стоит. Фиг пробьешь. Так, ну здесь вот шутить не будем. Сразу начнем с тяжа. Нормально получилось. Да что ты. Врубай давай эту Эйприл. Так, и теперь Кейси. Шикарно. Ну что, двигаемся дальше. Последний, получается, у нас поединок здесь будет. Сколько там жетонов разыгрывается? Тоже 30, то есть везде тридцатник, да? Ну да, везде тридцатник. Блин. Твою налево, тут 90 уровень. Я не знаю, сможем ли мы здесь справиться. Блин, как мне нравится, как здесь дождик шумит. Прям обожаю, ребят. Давай, наверное, так сделаем. Эйприл. Смотри, что. Ого. Ты глянь, что вытворяет. Ну-ка, пулеметочку. Так, железноголовый человек провокацию берет, понял? Давай тогда так сделаем. Джастин, ты серьезно? Да ну, это хиляет. Ё-моё, блин, еще хильнуло-то практически по фулке. Зашибись. Походу, Джастина мы сейчас потеряем, да? Да, Зэк, какой ты слабак. Прям, я, меня прям аж бесишь ты. Все, Джастин готов, ребят. Трындец какой-то, я офигею. Никто даже попасть не будет, потому что меткость у нас пониженная, понимаешь? Ну что это вытворяет, а? На вторую волну пришли. Кем мы тут драться будем? Вот этой командой? Спасибо большое. Лучше, блин, придумать ничего не могли. Кирби сейчас хиляет. Понятно. Все, как говорится, через одно место, а? Упал. Это повезло, что у Армагона сейчас была броня. Он сбил ее просто-напросто, этот Кирби, с полета. Че, выбор невелик. Шинигами такая слабая. Смотри, у нее хп осталось сколько, от одного удара только. Так, Ванька, у тебя есть что-нибудь там? Из масухи какой-нибудь, а? Ой-ой-ой-ой-ой. Да ты посмотри. Ребят, они просто не дают мне сходить. 90 уровень, да запарили уже просто. Давай эту шинигами, отлично. Это добьет сейчас. Ванька. Все, Ванька, ты не жилец. Я чувствую это просто-напросто. Морозилка потратила, да, свой хил. Так, минус слэш. Тут, наверное, у нас только лишь
Армагон выживет. Ну, звездониты. Отлично. Это еще ускоряет команду, ё-моё. Прикинь, сейчас проиграем. Это будет весело. Не, выиграть должны. Вот кто и выжил. Ну, правильно, ребята, все 90 уровня бойцы против... Извини меня. Вот у меня только 100-й выжил. 100-й был Ванька еще, но он до последнего держался. Остальные все сдулись. Понятное дело. Ну что, я попробую здесь вот фармить. Так, катушка с пленкой как раз нам нужна. Так, жетоны. Союзники снаряжения. 5 баксов. Так, комикс выпал. Это осколки. Все. Да, быстро мы с тобой сыр, конечно, тут распетрушили. Очень быстро. Так, ну что, друзья мои, на сегодня будем закругляться. Завтра обязательно дойдем до топчика. Постараемся очень сильно. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.